с вами Полли. У меня еще не дошли руки, чтобы разобраться, как художнику организовать собственную галерею. Поэтому, если у вас есть такая информация, тоже, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Не забудьте подписаться на этот канал, чтобы получать дальше интересную информацию. Может быть, вам эта информация будет полезна. Сайт называется artsper.com. Ссылочку на сайт и на регистрацию, две ссылочки, я вам оставлю в описании. Там довольно большая посещаемость, больше чем 500 000 в месяц, 566 000. Франция 44%, США 12%, Великобритания 6%, Нидерланды 3%, Германия 2,5%. Они предлагают сотрудничество с галереями на платной основе. Поэтому, конечно, обычному художнику, который только начинает свою как бы такую деятельность, продвигает себя, это довольно сложно и оплатить, и попасть туда. Но тем не менее, цены такие. Тариф базовый 99 евро в месяц. Тариф премиум от 199 до 399 евро в месяц. И еще у них комиссия от 10 до 18%. Базовый тариф это начальный, то есть для тех, кто только начинает в качестве, наверное, возможно, арт-дилера или представителя галереи. А премиум, помимо того, что у этого как бы представителя есть доступ к всем функциям тарифа Basic, есть еще также доступ к портфолио коллекционера и возможность скрытых цен. Ну, конечно, это очень недешево, по 400 евро в месяц платить. Есть люди, которые занимаются куплей и перепродажей произведений искусства за большие деньги, и для них, наверное, это как бы нормальная цена, я так предполагаю. Поэтому этот сайт в большей степени для тех, кто вращается среди галеристов, среди арт-дилеров. Но если у вас есть художники, которые сотрудничают с этим сайтом, пожалуйста, расскажите об этом. Учитывая то, что здесь больше, чем 500 000 посетителей, я предполагаю, что этот сайт посещают коллекционеры. И вообще было бы неплохо, конечно, тоже получить членство как бы этого клуба. Это очень интересно. И, наверное, в будущем кто-то из нас с вами к этому придет и получит такой опыт. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Как вы думаете, много ли там коллекционеров? Или там 500 000 просто арт-дилеров и продавцов. Мне кажется, что коллекционеры и покупатели там все-таки есть. Благодарю всех за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!